Здорово, бойцы! Продолжаем проходить Metal Gear Solid. И нам нужно найти директора Бейкера. По-моему, Бейкер его зовут, вроде как. Точно не помню. Вот. И, короче, что-то мы поблуждали там на нижних этажах. Ничего интересного мы не нашли. Давайте отправимся здесь, сюда, короче, где камера у нас. Посмотрим, что... Что здесь есть. Так. Надо камеру как-то оббежать. И я думаю, сделаем сейчас вот так вот. Так она нас не найдет. Надо, короче, еще четенько проходить. У нас есть карта, короче, которая открывает двери. Давайте теперь полазим, полутаем. Картонная коробка какая-то. Картонную коробку какую-то взяли. Картонная коробка А. На ней надпись на вертолетную площадку. Интересно. Так, давайте подлечимся сразу же. Интересно, что это за картонная коробка, короче. Ну вот. Фиг пойми, что это такое. Зачем она нужна? Так, ждем, пока камера отворачивается. И бежим дальше. Так, смотри. А, я думал, это дверь. А это ни черта не дверь. Окей. Здесь сверху-то, интересно, нет у нас врагов. Камера, лестница вижу. Камеру, лестницу. И все, больше никого не вижу. Воу-в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 оу. Камера. Откуда вот этот чувак здесь взялся? Блин, стрелять вообще неудобно, просто неудобно. Жесть. Окей. Нет, со мной нифига не окей. Ладно. Так, приехали на первый этаж. Окей. Приехали на первый этаж. Бежим сюда. Камера. Отлично. Здесь берем картонную коробку для вертолетной площадки. Я думаю, в дальнейшем нам скажут, что это такое. Хотя фиг его знает, что это за коробка, короче. Так, там у нас в дверце находится камера. Так что надо быть аккуратным. Так. Что это? Тепловизор, друзья. Взяли тепловизор. Я думаю, это нормальная штука. Это то же самое, наверное, что бинокль, только тепловизор. Да? А, нет. Смотри. Немножко другое. Окей. Но все равно тоже покатит. Тоже покатит штукенция. Так, погоди. Лечимся. А иди карта. Так, здесь уровень 2. Нам тут не пройти. Тогда на лестницу. Так. Научились, короче, оббегать мы эти камеры. Давайте заберемся на лестницу, посмотрим, что там. В любом случае, где какой-то ход должен нас вывести, короче, к директору Бейкера. Может, по вентиляции по этим. Все-таки мы выберемся туда, куда нам нужно. Так. Камера. За решеткой камера. Окей. Дальше. Так, здесь нам не спуститься? Нет, не спускается. Окей.
А через такие решетки пролазит? Нет, не пролазит. Это смотри, это та комната, короче. Я на противоположной стороне, походу. Там он лестница. Так, куда нас выведет вентиляция? Странно, крыс нет. Говорили, что крысы, короче... Где крысы, там выход. А тут, смотрите, выход, а крыс нет, да? Так. Как-то аккуратненько, не знаю. Есть. Воу-воу, там чувак идет. Смотри, прожекторы. А, мы, короче, сверху. О, смотри. Что-то наш. А, патроны. У нас уже нет места для патронов. Это, короче, мы вышли на эту, на вертолетную площадку, только сверху. Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо. Что так близко? Так, ладно, с этой стороны ни черта нет, надо попробовать в другую, в противоположную сторону побежать, только надо будет как-то пропустить этого охранника, дождаться, пока он пролезет, пробежит. Потому что вырубать я что-то не хочу, короче, палиться. Давай-ка. Подождем его так. Может, ну, он пройдет, короче, и мы в правую сторону убежим. И все будет чики-пуки. Только он там такой медленный просто. Вот они когда нужно, короче, они нифига не быстрые, они все медленные. Когда не нужно, они быстрые, как эти. Так, отлично. Прошел. Прошел, так, бежим, короче. Надеюсь, здесь камер нет, ни черта. А, нет, слышите камеру, да? Так. Здесь нет, спуск вниз. А, погоди, это просто спуск вниз, короче. Это самое начало, спуск. Так, погоди. Нам туда не надо. Нам нужно найти директора Бейкера. Стоп. Чувак, короче, директор DARPA говорил, что про какие-то стены. Что стены... Они успели, короче, залатать, там что-то зацементировали, они там другим цветом отличаются, что-то такое. Может, надо стены искать просто? Погоди, а помните вот комната, да, где ловушки были? И... И закрытые там такие комнатки были. Может, там... В одной из комнат из этих, короче, просто надо стены искать. Ну-ка, давай-ка сейчас вернемся назад. Вернемся назад, короче, и посмотрим. Хорошенько осмотримся. Так. В принципе, зря только залезли сюда. Ни о чем вообще. Погоди. О, смотри, там какая-то коробка, мы какую-то коробку пропустили. Ну-ка, давай возьмем. Так, вызывает база. Нажми кнопку действия для спуска. Да, я в курсе, чувак, я в курсе. Спасибо за напоминание. Паёк, смотри, паёк взяли. Нормуль. Паёк — это хорошо. Так, спускаемся вниз. Ну, я думаю, да, наверное, туда надо, короче. Либо где камеры.
ну, где был директор DARPA, либо туда. Так, окей, ждем. Так, отлично. Движемся. Туда тогда дайте-ка я сохранюсь. Чтобы не это. По новой. Ну, камеры мы научились оббегать, короче, да. В принципе, изначально казалось, что это очень сложно, а на самом деле это не так уж и сложно, в принципе. Опа-па-па-па-па-па. Во-во-во-во, в мою сторону смотрит. Так, окей. Оп! Ты как меня увидел? Я же испугался. Слышь, чувак, я... Во-во-во-во-во-во-во. Нет. А чё, а лифт не работает, что ли, когда это? Когда меня засекли, лифт не работает? Ладно. Ладно, так. Давай дальше. Не дальше, а снова. Не опять, а снова, как говорится, да? Все-таки шаги, короче, когда близко очень, шаги они слышат все-таки, да, получается. Значит, надо. Как-то. Да. Блин, он прилипает к этим стенам. А, он просто смотри, он просто резко такой повернулся в эту сторону, поворачивается здесь, поэтому он меня засек. Вот она, в чем фишка-то была. Отлично. Так, получается, это вот нижний этаж, да? Поехали. На нижний этаж. Сейчас посмотрим четенько на стены. Так, там ловушки. Там ловушки здесь у нас. Погоди, вот эта стена, по-моему, отличается, нет? Или это просто текстуры такие? Погоди, а нам же говорили, типа, позвонить, если какие-то трудности, да? Посцементированные стены должны выглядеть немного по-другому. Проверь все в режиме вида от первого лица. Попробуй найти стены с различными цветами. Ты пробовал стучать по стенам? Может, они и звучат по-разному? Взрывчатка C4, которую ты нашел, достаточно мощная, чтобы разрушить цементированные стены. А, C4, короче, которую мы нашли с вами. Надо применять на эти стены. И попробовать постучать по ним. Ну, давай. Так, а как? А, ну да. Вот эта стена, значит, другая получается. Так, C4. C4. А, пластиковая взрывчатка. Нажмите квадратик, чтобы установить. Нажмите нолик, чтобы взорвать. Окей. Так. Установил. Наверное, отбежать надо, да? Взорвал. Так, дай-ка я пистолет выберу на всякий пожарный. О, смотри, тут какой... Воу-воу-воу, ты видал? Так, нет, нет у меня места. Ты видал? Ловушка. Хоть... Хорошо, что не это, не провалился. Так, окей. Значит, делаем так. Погоди, я сейчас пистолет уберу. Значит, делаем так. Ползем по стене, короче, и стучим. Так.
Так, окей, здесь коробки. Вот, смотри, какая-то стена с трещинами. Хотя не звучит так же, как и обычная стена. Так, а это что у нас? Может, возле двери где-то? Где-то у нас тут дверь была, которая... Это нет, нормально все. Погоди, а вот эти вот... А, это открыто. Вот здесь, возле двери, может? А, нет. Нет, смотри. Окей, ладно. Я понял. Так, вот эта дверь у нас за... А, нет, открыта. Открыта. Здесь все открыто, здесь мы были, значит, да? Здесь какие-то двери были закрыты. О, нашел. Нашел. Так. Погодь. Нашел. Окей. Так, здесь взорвать надо. Погоди, у нас здесь были двери, которые закрыты. Ну-ка. Так я попробую. Вот, допустим, да? Погоди. Может, они тоже... Так, от первого лица режим, да? Может, они тоже там как-то забетонированы, что... Можно их как-то взорвать и проникнуть туда. Нет, смотри. Ничего не отличается. Ладно. Окей. Движемся, короче, к той. Так, C4 сразу возьму. Давай-ка. Взорвем вот эту дверь. Ну как дверь? Я буду называть это дверь. Отлично. Так. Обычный пистолет. О, отлично. Отлично. Затемнение и переход на локацию. На новую. Опа-на. Помехи. Помехи. Это уже не есть хорошо. Я не вижу, что у меня на радаре творится. Смотри, вон я вижу дверь, стену. Так. Интересно, у меня C4 на все двери хватит или нет? Так. Смотри, есть прямо, да, дверь. И есть сбоку. Правильно же я, да, говорю? Да. Ну-ка, давай-ка. Ну-ка, давай-ка взорвем эту дверь. Опа. Видал там чё? Камера там. Камера с пулеметом, что ли? Нифига себе. Ну-ка. Так-ка я сохранюсь. На всякий пожарный. Так, и пистолет возьму. Блин, а тут помехи. Паёк. Так, сейчас она отвернется. Так, а эту дверь не зайти? Погоди, блин. С этими помехами это жесть. Ну-ка, а что в этой двери? Давай-ка. А что здесь? Может, здесь какой-нибудь ништяк лежит? Так, отлично. Так, а что здесь? Опа. А, смотри, вот он. Вот он, директор. Я опоздал. Он жив. Вы президент Армстеха Кеннет Бейкер? Не волнуйтесь, я здесь, чтобы спасти вас. Нет, не трогайте. C4.
Фига, у него реакция круче, чем у Матрицы, а? Именно. Коснись провода, и C4 разорвет старика в клочья. Значит, ты тот человек, о котором босс говорил без умолку. А ты? Спецподразделение Foxhound. Револьвер Ацелот. Это, короче, один из... Я ждал тебя, Solid Snake. Сейчас узнаем, может ли человек выстоять против легенды. Это лучшее ручное оружие из когда-либо изготовленное. Кольт кавалерийской модели. 6 патронов. Более чем достаточно, чтобы убить все, что движется. Сейчас я покажу тебе, почему меня называют револьвер. Видел, как он делает, да, такой? Этим револьвером. Давай, выпендрюжник. Окей, сохранимся. Давай, опа, опа. Он попал по мне. Уже, уже сразу. Погоди, пистолет. О, а чё, как он? Так, погоди. Они что-то там балаболили, и я, короче, пропустил. Он мне уже жизни не поснимал. Мама, не горюй. Окей, я готов. Погнали. А чё мне, мне за ним-то гонку бегать или чё? Мне, короче, как-то его надо... Видал, как у него пули летят? Блин, он быстрый. Просто так не попасть по нему. Воу-воу-воу. Видал, видал, видал? Чё творит, а? О, попал, попал, попал по нему. Отлично. Ну-ка. Блин. У него, знаете, такое ощущение, как будто патроны, ну, пули со смещенным центром тяжести, которые, короче, видите, отскакивают, отлетают, рикошетят. Ах, ты попал по мне. Патроны. Надо жизни, короче, следить за жизнями. Блин, по чуть-чуть у него валяется. Это, короче, смотрите, мы нарвались на босса, просто тупо на босса нарвались. Это один из целей, которых мне нужно убрать, устранить, про которые говорило начальство-то, помните, вначале? Блин, не попал. Ладно. Сюда иди. Блин, какой резвый-то. Хрен попадешь по нему. Зато смотри, как он стреляет, да? Почему у меня такого револьвера нет? Это, короче, как змейка. Как змейка. Есть, попал. Патронов бы хватило. Но я так полагаю, короче, с этого... с гранатами здесь не стоит кидать. Потому что везде кругом C4, короче, да? Так, отлично. Ах ты! Отрикошетил, падла. Да куда ты целишься, блин? Я вот не понимаю систему прицеливания в этой игре. Хрен попадешь. Короче, он перезарядился. Я понял фишку, короче, надо это... бегать. И когда он... Да куда ты, блин, ну... Твою-то мать, а! Когда он начинает перезаряжаться, короче, надо его это... палить по нему. Блин, это нормально? А, смотри, у меня аптечку сам автоматически принял. Так. Эти патроны.
сука, ты где? Вообще. Хрен попадешь. Это жесть. Да блин! Да твою мать! Да что ты будешь делать, а? На, получи. Писец. У меня жизни вообще. Походу он меня завалит. Такими темпами. Давай, у тебя еще один патрон. Да куда ты целишься-то опять, придурок? Падла. Воу-воу-воу, это было близко. Короче, бегаем, 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 кувыркаемся, кувыркаемся, бегаем. А-а-а! Просто бесит меня это прицеливание. И патроны кончились, вообще отлично. Это просто шикарно. Это круто. О, смотри, патроны взял. И он меня убил. Это, конечно, жесть. Это, конечно, жесть. Так, давай, давай. Погнали. Повторим. Повторим забег. Пипец, как меня... Как меня бесит это прицеливание. Просто бесит. Жесть. Куда-то в стену вообще просто. Alright, я готов. Let's go. Давай, let's go. Да твою мать. Получи. Получи и распишись. Ты думаешь, ты один здесь крутой такой стрелок? На тебе еще раз. Кусочек говнеца. Давай, еще два патрона у него. Что-то там какой-то запах он любит. Сюда иди, задолбал бегать. Встань ты на месте. Запах собственной смерти. Что-то там говорит. Тебе, типа, тебе нравится запах собственной смерти? Так, так, так. Так. Давай еще разок. Еще разок промаж. Так. Получи. Отлично. Тихо, тихо, тихо. Так, 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 погоди. Паёк. О, перезарядка у него. У него перезарядка. Ага, не успел. Не попал по нему. Блин, столько жизни, короче, у него. Я просто в шоке. Да блин! Так, стоп. Он должен остановиться и начать перезаряжать. Блин, падла! Падла! Воу! Так. Получи. Ладно. Допустим. Ух ты, ух ты, ух ты, я к нему прям прибежал. На, держи. Так, я больше половины ему снял, короче, да? И у меня жизней
Сгулькинкуй. О, отлично! Я смотри, как попал четко ему. Вообще просто на ходу. Ништяк. Давай-ка. Давай-ка в том же темпе. А-а-а! Падла. На еще. Блин, ему еще, наверное, пару раз. Раза два или три. На еще. Как тебе такое? Окей. Главное не накосячить. Блин, я всегда такое говорю, когда главное не накосячить, а в итоге, короче, я косячу. Ладно. Ах ты падла. А, отлично, мы зафигачили его. Ты весьма хорош. Как и ожидалось от человека с тем же позывным, что и у босса. Давно у меня не было столь хорошего поединка. Но я только начал разогреваться. Что? Моя рука! Хера. Стелс-камуфляж. Ты даже умереть правильно не можешь. Тебе повезло. Мы еще встретимся. Кто ты? Твою мать, он меня сейчас убьет? Я как ты. У меня нет имени. Этот экзоскелет. Что происходит? Вы не говорите, что я с ним сейчас буду сражаться, а? Какого черта? Вы можете говорить? Кто вы? Я не один из них. Директор Дарпы сказал мне, что террористы узнали его пароль. Что с вашим? О, я понял. Вас послал Джим. Вы из Пентагона. Ответьте на мой вопрос. Что с вашим паролем? У нас мало времени. Я сказал. Что? Теперь у террористов оба пароля, они могут произвести запуск в любое время. Я пытался сопротивляться. Психоманис не смог прочитать мои мысли. Не смог прочитать? Как вы это сделали? Хирургические имплантанты в моем мозгу. Хирургические имплантанты? Что-то вроде ментальной изоляции. Они есть у всех, кто знает секретные коды. Даже у директора Дарпы. Конечно. Но директор Дарпы сказал, что Мандис узнал пароль, прочитав его мысли. Вы уверены, что поняли его правильно? Да, уверен. Тогда как они узнали ваш пароль? Меня никто не учил, как сопротивляться пыткам. Похоже, он с вами хорошенько позабавился. Он не человек. Он наслаждался каждой секундой пытки. Что с вашей рукой? Он сломал ее. Похоже, что вам все-таки повезло больше. Его руку вообще отрезали. Ага. А вы шутник. Ладно. Директор Дарпы, как он? Мертв. Что? Не может быть. Знаешь, что это не то, что ты обещал, Джим? Теперь ты и меня хочешь заткнуть. Успокойтесь. Да что с вами? Я ведь сказал, что пришел спасти вас. Я не убивал директора Дарпы. У него случился сердечный приступ или что-то вроде того. Сердечный приступ? Он не будь дураком. В любом случае, у террористов теперь есть оба пароля. Эти ребята просто психи. Они произведут запуск без колебаний. Согласен, но что им действительно нужно? Кто знает? Может, они как все мы, кто имеет отношение что-то, всегда в ожидании хорошей войны. Что ж, я не позволю этим маньякам начать сегодня войну. Карты-ключи все еще у вас? Карты-ключи? Чтобы отменить коды детонации, я слышал, что они у вас. Нет, уже нет. Что? У кого они? У террористов? Нет. У той женщины. Женщины? Какой? Солдат. Ее бросили в тюрьму вместе со мной. Женщина-солдат? Наверное, это... Она сказала, что недавно прибыла сюда как рекрут. Они бросили ее в камеру, потому что она отказалась принимать участие в восстании. Новый рекрут? Может, это и есть племянница Кэмпбелла? Я отдал карту ей. Похоже, ей удалось бежать оттуда.
Надеюсь, она в порядке. Я уверен в этом. Она неопытна, но очень сильна. Но как вы узнали, что она сбежала? Я связывался с ней по кодеку, пока меня не бросили сюда. По кодеку? Да, она украла его у охраны. Если она все еще у нее, вы сможете связаться с ней. Я уверен, что он у нее. Но какой, ну, на какой она частоте? Ах да, сейчас скажу. Ну... О, извините. Я забыл. Черт. Ах да, частота должна быть на обратной стороне коробки компакт-диска. Попробуй связаться с ней. Да, обязательно. Но скажите, если это не сработает, есть ли еще способ предотвратить запуск ракеты? Вам нужно найти Хэла Эмериха, моего сотрудника. Кто? Глава команды проекта Metal Gear Rex. Гений инженерного дела, но немного причудливый. Если кто и может сказать, как предотвратить запуск Metal Gear, так это он. Что если он не сможет найти способ? Вам придется уничтожить Metal Gear. Эмерих знает, как это сделать. И где этот Эмерих? Ну, его, наверное, держат где-то в хранилище ядерных боеголовок. Это к северу отсюда, там он работал. Я понял. Но почему Metal Gear? Эпоха ядерного оружия окончилась с началом нового тысячелетия. Вы ошибаетесь. Угроза ядерной войны не исчезла. Сейчас она более реальна, чем когда-либо. О, столько текста вообще. Количество расходуемого ядерного топлива и плутония растет даже сегодня. Вы когда-нибудь видели склад, полный радиоактивных материалов? Нет. Горы бочек с радиоактивными отходами уходят ввысь, насколько хватает глаз. И все потому, что еще нет реального способа избавиться от таких. Просто накрывать крышкой и что-то противостоят, по сути, да. И их даже не забудет вопрос о хранении. Многие бочки проржавели, и ядерные отходы вытекают из них. Невероятно. И это не все. Каждый год обнаруживается несколько фунтов НМ. Это значит неучтенные материалы. Это доказывает, что существует хорошо организованный черный рынок ядерных материалов. Более того, после окончания холодной войны русские инженеры и ядерщики оказались без работы, и им больше некуда было податься. Другими словами, есть достаточно доступных ядерных материалов и ученых для создания бомбы. Мы живем в эпоху, когда любая маленькая страна может иметь собственную ядерную программу. Как насчет других сверхдержав? Россия и Китай все еще сохраняют значительный ядерный арсенал. Полное ядерное разоружение невозможно. Для поддержания нашей политики устрашения нам необходимо оружие непревзойденной мощности. Такими темпами у меня отвалится челюсть. Metal Gear. Да, наша индустрия понесла серьезные потери в результате сокращения военного бюджета из-за так называемого мира. Я помню, что много слышал о слияниях и продажах больших производителей оружия. Да, а после того, как моя компания потеряла контракт на производство для РЛС истребителей нового поколения, Metal Gear стал нашим единственным козырем. Вот почему мы настаивали, чтобы Metal Gear разрабатывался как теневой проект. Теневой проект? Секретные проекты финансируют за счет ценового бюджета Пентагона. Так можно избежать бюрократической волокиты по производству оружия. И никто не может помешать. Даже эти сердобольные либералы из представительного военного комитета. Короче, там половина вообще наврал, наверное. Взятки. Я предпочитаю думать об этом как о хорошем бизнесе. В любом случае, Metal Gear собирались принять на вооружение после анализа результатов испытания. Мне плевать на вас и на вашу компанию. Да, этого я и ожидал от ворчуна вроде вас. Вот. Мы за этим пришли, не так ли? Что это? Оптический диск. Здесь все. Главный жесткий диск был поврежден выстрелом. Это единственная оставшаяся копия данных. Каких данных? Всех данных, собранных в результате испытаний. Не прикидывайтесь идиотом. Я знаю, что вас послал сюда за этим. Я прятал его от того садиста, когда он пытал меня. Они не знают о существовании этого диска. Обязательно доложите об этом Джиму, вашему боссу. Также я дам вам свою карту. Она открывает двери второго уровня защиты. О! Вы можете идти? Нет. Идите без меня. У них есть мой пароль, больше я им не нужен. У меня еще один вопрос. Кто или что было этот ниндзя? Похоже, вы знаете, что это. Ниндзя? Это был маленький секрет Фоксхаунда.
Маленький секрет. Экспериментальный геном солдат. Вы знаете его? Вам лучше спросить доктора Наоми Хантер из Фоксхаунда. Ей известно больше, чем мне. Наоми? Вы должны остановить их. Если это всплывет, мне и моей компании конец. Что? Разве Metal Gear не использует существующую технологию? Сам Metal Gear, да, но... А? Что? Что вы со мной делали? О, нет! О! О, нет, не может быть. Эти ублюдки из Пентагона. Так они на самом деле сделали это? О чем вы говорите? Они просто используют вас, чтобы... Короче, та же херня, что и с тем директором случилось. И все говорит о том, что, короче, замешан в Пентагон. Какого черта? Короче, нас специально сюда послали. Полковник, вы слушаете? Теперь и он мертв. Я не понимаю. Не лгите мне. Похоже на еще один сердечный приступ, но какой-то яд? Ну, существует много препаратов, которые в больших дозах могут вызвать сердечный приступ. Например, хлорид калия или диоксиды, но мы не узнаем, пока не произведем вскрытие. Проклятие. Снейк, я хочу, чтобы вы с Мэрил работали вместе. Я могу ей доверять? Больше, чем мне. Свяжись с ней. В смысле? Снейк, здесь сильная электрическая интерференция. Все будет работать, если использовать пакеты радиопередачи вроде наших, но обычные, скорее всего, невозможно. Постарайся отойти подальше от этого места. Снейк, держи себя в руках. Наоми, что это был за ниндзя, черт его возьми? Член Фоксхаунда? Нет. Ты уверена? Да, в нашем подразделении нет никого похожего. Неужели? Снейк, я рассчитываю на тебя. Короче, вот так. Вот так вот все и произошло. У меня чуть челюсть нахер не отвалилась. Просто. Вообще просто аж свело. Надо, короче, как-то учиться побольше читать вслух. Вот. Ну что, дорогие друзья. У нас серия, по-моему, либо подзатянулась, либо уже подошла к концу. Вот. И кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Обязательно комментируем, пишите свои советы, подсказки под видео. Вот. Я буду очень этому рад. И с вами был Валерий. Всем пока.